Я коренной житель Сходни, микрорайон Сходни. Я вот хотел задать вопрос. На каком основании Рябов Николай Борисович, на каком основании администрация, химкинская администрация проектирует вот свои проекты уже на застроенных территориях индивидуального жилищного строительства, которые уже непосредственно люди проживают? Почему происходит посягательство на их права? Вот так вот, я бы сказал, беспардонно, нагло рисуют и лишают людей спокойствия. А вы конкретно скажите, что... Я говорю, что вот буквально были слушания в июне месяце, да? Там на этих слушаниях люди единогласно выразили свой протест, единодушный протест против того, что вы застраивали... Вот на Сходне. Вот, а вопрос в том, что... Я хорошо понимаю, да, речь. Вопрос в том, что на каком основании вы нарушаете законодательство? Мы ничего не нарушаем. Да, вы нарушаете. Вопрос. Вы конкретно скажите, где вот и что. Конкретно, вот второй дачный переулок. Вот там рисуют проектировщики высотное строительство. Там, где вообще высотное строительство не может быть. А это мы находимся. Мы находимся в природе. Рисуют-то где? Генплане рисуют, да. Давайте смотрите, как нарушаю я или нет, это разберется прокуратура. Значит, давайте так. Вы не будьте, пожалуйста, когда вы говорите, вы, пожалуйста, несите потом ответственность, потому что если вы будете говорить, что я нарушаю, а я вдруг его не нарушаю, согласны. Это, наверное, как-то неправильно. Поэтому давайте, я вас услышал, спасибо за ваш вопрос. Значит, я сейчас не буду проводить вторые публичные слушания по генплану. Значит, я здесь был в Сходне, кто помнит, проводил по ППТ слушания, будучи еще замом у предыдущего главы. Да? Я прекрасно помню, что где проектировал. Дальше, у нас есть генплан. Все замечания по генплану, были приняты. Значит, все замечания я лично сам ознакомился, прочитал. Их 1000. Там что-то там, 1600, да, этих замечаний. Глав архитектура Московской области сейчас проработала. Комиссия ПЗЗ прошла уже на Градсовете и в декабре 2017 года, то есть текущего, мы вынесем, я надеюсь, и сделаем для этого все возможное, чтобы быть тем первым главой, который вынес генплан и его принял. Я сделаю вот просто все возможное, чтобы это было. Значит, принимают решение депутаты, которых вы выбрали. Часть из них находится в зале. Они принимают решение, быть генплан или не быть. Все. То есть это не глава проектирует, я не архитектор. Я ничего не нарушаю и не проектирую. Спасибо вам за ваш вопрос большое. Но слушания были, вы на этих слушаниях свое мнение сказали, замечания написали, они попали, их рассмотрели, архитекторы решение приняли. В глав архитектуры Московской области. Совместно с нашей архитектурой. Если есть точечный какой-то вопрос, кто-то что-то хочет еще сказать, к нам приходят в администрацию, обращаются и просят. Посмотрите, пожалуйста, есть проблема, можно ли ее как-то еще решить, исправить. И мы делаем все возможное для того, чтобы людям помочь. А глупости там проектируют на жизнь, многоэтажку. Это давным-давно эти вопросы отменились. Поэтому давайте. Следующий вопрос, пожалуйста.